Пятеро человек пострадали на Серовском тракте. Все они пассажиры автобуса, который ехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург. От столкновения с легковушкой он съехал в кювет и перевернулся. В момент столкновения в автобусе находились 19 человек. Выбраться из-за прокинувшейся машины им помогли остановившиеся водители. В результате аварии медицинская помощь потребовалась пятерым. С ушибами и переломами их госпитализировали в Невьянскую городскую больницу. Остальных в Екатеринбург отвезли на следующем рейсе. Как рассказывают очевидцы, в ДТП виноват водитель «Тойоты». Он не справился с управлением, и легковушка ударила идущий рядом автобус. Сам виновник автокатастрофы не пострадал.